Здравствуйте, дамы и господа. Сегодня я хочу поговорить о джентльменском прикиде. Я, как и многие из вас, люблю, чтобы одежда была функциональная. То есть, чтобы у нее были разные фишки на все случаи жизни. И чтобы ее можно было носить на рыбалке, в полевых условиях и в общественных местах. В данный момент у меня почти все вещи такого типа, потому что рыбалкой я занимаюсь плотно. Сейчас спортивные, рыболовные, охотничьи бренды выпускают достаточно хорошие одежды, которые не пропускают воду, дышат и с прочими фишками. Опять же, в наше время все большей популярностью пользуются функциональные вещи. Недавно от одной очень уважаемой женщины зрелого возраста я услышал фразу «функциональная кофточка». И если женщины в зрелом возрасте имеют понятие «функциональная кофточка», то что же говорить о нас, о рыбаках и любителях проводить время на природе? В этом видео я хочу сказать о рубашке, предназначенной для рыбалки. Это Дам FZ и брюки «Хамелеон» модель Трамп. Было время, когда мне даже в голову не приходило ехать на рыбалку в рубашке. Но увидев Диму Корзенкова в прикиде от Норфин, там у него была рубашка и брюки, я понял, что в принципе, если рубаха сделана именно с расчетом под рыбака, то она в принципе должна быть хорошая. И вот эту рубашку мне прислали ребята из река.com.ua, чтобы я ее протестировал, попробовал на себе и рассказал вам. Я в ней ходил по лесам, лазил по кустам, и в том видео, сейчас оно тут выскочит, подсказки, там, где мы с Саньком выживали и кушали только то, что поймаем. Вот. И она там себя показала очень хорошо. Было тогда жарко. В чем ее фишка? Во-первых, мне нравится ее цвет. Насколько я знаю, это графит. Во-вторых, она из материала, который защищает от ультрафиолета. В ней очень комфортно себя чувствуешь на жаре. Понятно, что она не защищает на 100% от какого-то потовыделения, но в жару в ней чувствовать себя приятно. Но опять же, я не был на рыбалке в ней, когда было 35-40 градусов. Понятно, что в такой ситуации лучше одевать что-то белое. А когда, допустим, до 30, это вполне приемлемая одежда. Ко всему этому у нее есть очень полезные фишки. Начнем по порядку. Спереди у нас два кармана, на всякий случай. Они на липучках. Вот. Рукава здесь сделаны так, что они максимально защищают запястье от солнца. Потом их можно закатывать. И тут тоже есть одна фишечка. Сейчас покажу. Здесь есть лента, которая мы все это хозяйство можем зафиксировать. И рукав не будет сползать вниз. Вот так. Я лично этой штукой пользуюсь, и мне она нравится. На правом кармане есть петелька. Я ее приспособил под микрофон. Но к ней можно цеплять какие-то штучки. Ножнички рыболовные там, или еще что-то на ретривере. То есть, кто захочет, найдет ей применение. На спине в районе широчайшей мышцы есть вентиляция. Причем у нее два входа. Горизонтальный и один снизу вертикальный. И она реально работает. Друзья, я чуть было не забыл рассказать о еще одной важной функции этой рубахи. Воротник здесь поднимается, и здесь есть такая планочка, она на липучках, она тоже откидывается, и таким образом вот шея полностью защищена. Каждый из нас знает, что весной по первому солнцу, когда оно начинает жарить, затылки у нас просто погибают, там могут и волдыри выскакивать на ушах, там на затылке. То есть это самая незащищенная часть тела. Тут-то у нас в основном там какая-то футболка, какая-то там рубашечка, а между картузом и затылком это реально уязвимое место. И вот этот воротник, он очень хорошо с этим справляется. У меня есть еще одна рубаха подобного типа, Grand Hoppers, как-то так называется, тоже аутдорная фирма, и там тоже такой воротничок. Я очень рад, что ребята здесь тоже его всунули. Теперь плавно переходим к брюкам. Но пару слов я хотел сказать о вот этой так называемой бананке. Я никогда такими штуками не пользовался, разве что когда-то там в далеком прошлом. Но сейчас взял ее, это тоже Хамелеон, кстати. И она мне на рыбалке нужна для того, чтобы телефон был всегда у меня под рукой. И для пауэрбанка. То есть, короче, у меня здесь пауэрбанк, камера на груди. И
кабель отлично достает. Лично для меня очень полезная вещь. Как вообще получилось с брюками? Весной на рыболовной выставке в Киеве я подошел к ребятам на стенд «Хамелеон» и спросил у них, есть ли у них брюки под лето, под жару и под солнцепек. Они сказали, что над этим работают, к лету уже все будет. Потом связались со мной и прислали для того, чтобы я их протестировал и попробовал, как они на самом деле ведут себя в разную погоду. В моих видео уже видно было, что я во всем этом прикиде был на рыбалках, попробовал в них ходить в жару, в прохладную погоду, по кустам, и я полностью в них промокал. То есть уже есть что сказать. Материал здесь довольно-таки интересный. Здесь 90% нейлона и 10% эластана. Он тянется. В них очень удобно приседать, поднимать ноги. То есть ничего нигде не стесняет. Они типа, как я же говорю, как стретчевые. Ну, в общем, они немного растягиваются. Сверху мы видим два кармана, которые не в обтяжку, и за счет этого руки очень легко в них попадают. На бедрах тоже у нас два карманчика, причем они прикольно сделаны. Здесь такая складочка, вот здесь складочка, и когда карман чем-то набиваешь, она расправляется и он становится объемным. Когда там ничего нету, складочка складывается и ничего не торчит. Здесь внутри тоже есть карманчик маленький. Я тут ношу ассигнации. В левом кармане такого малыша нету. Очень важная фишка. Сзади вентиляция. Вот, и тут голая нога. Когда в жару, в зной ее открываешь, то реально чувствуешь, как туда заходит воздух. Это очень полезная штука. Причем, когда ты вот стоишь или когда ты идешь, оно не так-то уж и видно. То есть в общественных местах тоже можно пользоваться этой опцией. На коленях и пятой точке материал усиленный. Как мы знаем, там трение больше всего. Изнутри в районе колена сделан карман. Сюда можно вставлять какой-то уплотнитель. И это может быть очень полезно. А с правой стороны есть маленький тайничок. Как его применять, это уже дело каждого. Еще одна очень важная фишка. Здесь на поясе есть такие типа утяжки. Эти брюки на меня немного великоватые в поясе. Но за счет вот этих штук можно отрегулировать. Здесь резинка, и она... Вернее, нет, это типа строп. А резинка вот здесь. И оно без складок отлично регулирует брюки под вашу изящную талию. Сзади на правой булке тоже есть небольшой карманчик. Крой в брюках анатомический. И если вы посмотрите, то они составлены из множества кусочков негеометрических форм. Вот справа. Плюс ко всему этому материальчик водоотталкивающий. Если на него полить воду, то она с него скатывается. Может быть, когда они потаскаются и немного потрутся, эта функция исчезнет. Я не знаю. Когда мы с Саньком выживали на одной рыбе, я немного поранил палец. И у меня вот здесь, вот по-моему здесь на кармане, было все в крови. Я простой водой с залива, я как бы вот так немного потер, и эта кровь исчезла. Я не знаю, там, насколько известно, кровь, она, если уже попала, то ее надо там как-то отстирывать. То есть здесь она просто оттерлась рукой в течение 5 секунд. Может быть, это какое-то счастливое совпадение, может быть, особенность этого материала. Я точно сказать не могу, но факт остается фактом. Вообще, насколько я знаю, этот нейлон плюс эластан довольно-таки износостойкий материал. Я не знаю, как он покажет себя в будущем, но если что-то изменится, я вам обязательно расскажу. В общем, я этот костюмчик полюбил, я его активно юзаю. И самое главное, его достоинство в материале, в конструкции и функциональности. Друзья, ребята из «Хамелеона» при заказе у них любого товара, или в частности этих брюк, сделают вам 10% скидку по промокоду BAGAMAS05. А река.com.ua, как обычно, я это уже говорил не в одном видео, сделает 20% скидку на любой товар в течение 2 месяцев после выхода этого ролика. Поэтому, если вы захотите что-либо приобрести там или там, обращайтесь, ссылайтесь на меня, и вам будет приятный бонус. На этом буду заканчивать. Надеюсь, эта информация кому-то будет полезной. Всего хорошего. До скорой встречи на воде.